погода. Сейчас покажу, сколько у нас градусов тепла. Прям для работы то, что надо. Значит, терраса наша 6 метров длиной. И у нее не было уже 2 года, нет у нее ливневки. Поэтому, когда вода льется вниз, весь мой бетон, который я делала, бордюрчик, вот, он начинает у меня вот уже повреждаться. Этого надо избежать, поэтому мы делаем ливневку. Значит, что мы вчера приобрели? На 6 метров террасы будет 2 выхода воды. С этой стороны в этот палисадник и с этой стороны в этот палисадник. Приобрели мы 2 желоба белых по 3 метра и 1 труба 3-метровая, та, которая будет идти вниз. Дальше, что мы еще приобрели? Рольф, конечно, уже вот работает. Сейчас заодно покажу вам, сколько у нас сегодня градусов. Вообще шикарная погодка. Ну, это так, солнышко, тенек, вообще градусов 25, очень комфортная температура. Так, идем, показываю вам, сколько стоит на сегодняшний день, вот сентябрь, сколько стоит сделать 6 метров ливневки с 2 выходами. Вышла у нас стоимость 7257 рублей. 7257 рублей, но это больше 100 евро. Потом посчитаю, напишу видео в уголочке, будет сумма стоять в евро. А, значит, 2 желоба, 1 труба 3-метровая, дальше 2 воронки. Вот такие 2 воронки. Потом такая вот соединительная штука, соединять 2 желоба. А, потом для трубы вниз вот такие кронштейны. Уголки 67 градусов, 4 штуки. И 12 самих кронштейнов, 12 штук для желоба. Вот, что еще? А еще для, ну, вот этих держателей трубы вниз еще приобрели саморезы. Все. Вот это вот все, что мы приобрели, стоит больше 100 евро. 7257. Это еще со скидкой. У меня в магазине есть еще скидка в этом, где мы закупались. В принципе, немного. Я даже не могу представить, сколько будет стоить ливневка, например, на весь наш дом. Как вовремя все-таки я сделала, по-моему, 2 года назад. У нас точно такая же ливневка, вот белая, вокруг дома. А доски у нас были вот 6-метровые, на которые цепляется желоб с кронштейнами. У нас осталась еще эта доска, кто успел заметить. Сейчас я вам покажу. Кто успел заметить, вот она у нас лежит в доме, 6-метровая, чтобы она не набрала влаги. Мы ее положили, вот так она у нас здесь, тут даже 2. Одна 6-метровая, а одна, по-моему, короче. Потому что мы хотели еще на сарае делать, но на сарае я передумала, потому что у меня внизу малина. И там прям с крыши вода льется в малинник. И льется, причем... О, пардон. Девочки, мой, видите, я делаю свои дела, а у меня здесь мой красавчик помыл зеркало. Молодец. Сейчас, где тебя выключатель тут, елки-палки? Молодец, мой красавчик. Все, сейчас поменяю. Вот такое зеркало чистое у меня. Вообще, без всяких заморочек. Но это про между делом. Короче. А вот, про сарай. Про сарай вот что хочу. Сразу, наверное, просто покажу, да и все. Так будет проще. Вот. Вот так я иногда помогаю. Вот, у сарая, видите, тоже нет ливневки. И вся влага, вода стекает прямо мне сюда в малину. А малине вода нужна. А если я сделаю здесь желоб, то получается вода будет выливаться в этот палисадник только в одном месте. А так он равномерно распределился и льется себе в этот палисадник. Малина всегда с водой. Thank you.
Подстригаю глицинию, то она сейчас начнет осыпаться осенью. Все будет здесь в листве желтой. Немножко виноград подстригла свой там. А этот игрун сразу играться с ветками. Так, а что он, Рульф делает? Сейчас посмотрим. Прицепил. Осталась еще одна половина. И труба вниз. Вот так. Вот еще уже воронка. Здесь даже с нее капает. Видите, все работает, значит. Потому что у нас сейчас кратковременный коротенький дождик прошел. Сегодня Рольф делает хлеб по рецепту из интернета, багет белый, который подходил бы и для меня, и для него. Он уже один раз делал по этому рецепту, вот сегодня будет второй раз. Багет, 550 грамм белой муки, 5 грамм сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли и 370 миллилитров тепленькой водички. Сейчас это все он будет замешивать. Единственное, что он тоже будет добавлять, в багет не добавляют льняное семя и кунжут, он будет добавлять. Просто получается наш рецепт опять личный. Ну вот это вот, можно сказать, все ингредиенты. Дрожжи, кстати, вот эти всегда привозим или из Германии, или из Болгарии, это из магазина Lidl. Самые лучшие дрожжи сестра мне всегда заказывает, я по 10 пачек привожу, потому что ей нравится. Они при этих дрожжах можно выпекать без отстаивания теста, чтобы не подходило. Сразу замесил и ставить в духовку. Ну, короче говоря, нравятся моей сестре вот эти дрожжи. Mehl und Hefe jetzt erst gut mischen. В общем, сначала ставить хорошо, перемешать вот эту сухую смесь, дрожжи с мукой. Все перемешалось, теперь он добавляет кунжут и льняное семя. Пока все сухое. Lauwarmes Wasser, nicht heiß. Nicht heiß. Угу. Ну, тепленькое, это знают все. Пока Рольф смотрит новости, давайте заглянем в его миску потихонечку. Ой, какая красота! Подходит. Он не любит, когда я контролирую. Не видел. На Wildberries заказали вот такую форму для багета. На 4 багета. Не дешевая, но такая немножко она кривоватенькая пришла. Мы думали, немножко будет другая. Ну, забрали, все равно забрали. Она вот такая вся в дырочку, чтобы хорошо пропекался хлеб.
Стоила такая форма около 700 рублей. Все, роль сделал 3 багета. И сейчас пойдут они подниматься в духовку. Красота. Ждем первых дождей. Но здесь немножко вода собирается уже за ночь. Да, Вася?